Здравствуйте, с вами интернет-магазин на Fanyashop.ua. И мы вам сегодня предлагаем французскую игру «Абалон». Произведена она компанией «Абалон», которая занимается производством только этой игры. Игра логическая, стратегическая. В ее в комплект входит коробка. Раньше это был шестигранник, сейчас это стал прямоугольник. Но комплектация осталась та же. Это поле шестигранное, игровое, которое в себя включает ячейки, по которым катаются шарики. Это 14 черных шариков и 14 белых шариков. И непосредственно маленькая краткая инструкция, как играть. Правила не сложны. Ну и, в общем, сейчас покажем процесс игры. Суть игры заключается в том, чтобы вытолкнуть 6 шариков противника за пределы поля. По полю можно ходить одним шариком, двумя шариками или тремя шариками. Даже если у вас в линии 4 шарика, ходить можно только максимум тремя. Ходить шариками можно вперед, назад и выстроить в параллельную линию. 2 шарика, например, одновременно. Или 3 шарика. Каким образом выталкиваются шарики противника? Вытолкнуть шарики противника можно, если у вас численное превосходство шариков, которые выталкивают. То есть, если у противника стоит 2 шарика, вы можете 2 шарика выталкивать и двигать 3 шариками. Если 1 шарик, его можно толкать 2. Если у противника стоит 2 шарика и у вас стоит 2 шарика, движение по полю невозможно, потому что вы блокируете друг друга равным количеством шариков. Ну и, соответственно, если у вас вот такая ситуация, предположим, сложилась, один шарик выталкивает 2 и выталкивается шарик за пределы поля. Ну, а теперь непосредственно сама игра.
Таким образом, партия белые победили, вытолкнув 6 черных шариков.